Привет, мой любимый зритель канала «Правильный выбор». В этом выпуске я расскажу и покажу тебе лучшие модели стиральных машин с вертикальной загрузкой. На первое место становится машинка от Electrolux. Никакими особыми дизайнерскими хитрыми элементами не блещет. Строгий белый цвет, лишь черный прямоугольник дисплея и кнопок дополнительных опций заметно выделяется на верхней панели. Интересна машинка тем, что ширина ее составляет всего лишь 40 см, правда при глубине в 60 см. Но все равно в компактных квартирах разместить такую модель будет несложно. Вмещает в себя до 7 кг белья. Еще отмечу, что бак изготовлен из карбона, полимера, стойкого к механическим и физическим воздействиям, экологически чистого и более легкого, чем сталь. Двигатель внутри крутится инверторного типа, то есть более тихий, энергоэффективный и надежный. Всего режимов для стирки предусмотрено 15. Доступны несколько вариантов для хлопка, типа экономной или стирки в холодной воде. Также есть пара вариантов для синтетики. Отдельные программы для шерсти, шелка, детского белья и спортивной одежды. Дополнительно освежить вещи и приготовить для глажки можно при помощи пара. Пар также задействован в антиаллергенной программе. Скорость отжима составляет 1200 оборотов в минуту. Обойдется модель примерно в 60 тысяч рублей. Если ты найдешь машинку себе по душе, то сразу загляни в описание. Там есть все ссылки с ценами и подробной информацией. А еще промокод, который поможет немного сэкономить. На второе место встала машинка от Whirlpool. Она такого же размера, как и предыдущая, выглядит заметно проще. Панель управления тоже находится сверху, но дисплея нет, индикация осуществляется за счет светодиодов. Вмещает суммарно до 6 кг белья. Не самое маленькое количество среди машинок подойдет для большой семьи. Программ тебе предлагают 13. В основном это те же режимы для хлопка, синтетики и прочих видов тканей. Еще есть быстрая стирка в прохладной воде. Благодаря конструкции можно дозагрузить белье после начала цикла. Машинка хоть и не выглядит инновационной, все же обладает всем необходимым уровнем функционала для эффективной стирки, а также надежностью. Обойдется примерно в 57 тысяч рублей. Обязательно подпишись на канал «Правильный выбор». Свежие выпуски с подборками новинок и актуальных товаров выходят регулярно. А еще поддержи меня лайком и комментарием. На третьем месте оказалась машинка от Haier. Размеры примерно такие же, как и у двух предыдущих, но вмещает в себя до 8 кг вещей. Из интересного могу сразу же выделить наличие функции Instant Mix. Стиральный порошок замешивается вместе с водой и воздухом, образуя равномерную пену. Она обладает большим проникающим эффектом, что в свою очередь делает стирку более эффективной. Для оптимизации процесса машинка умеет взвешивать белье, после чего подает строго нужное количество воды и выбирает необходимую длительность процесса. Панель здесь тоже на верхней части корпуса, состоит из двух основных зон. Левая – дисплей с набором кнопочек с дополнительными опциями. Справа находится поворотный регулятор для выбора программ. Всего их 13. Есть стандартные для хлопка, синтетики, джинсов, спортивных вещей. Помимо этого, отдельный режим для детской одежды. А еще можно быстро постирать вещи за 14 минут экспресс-программой. Кроме того, тут есть обработка паром, позволяющая подготовить вещи к простой и удобной глажке. Стоит эта машинка около 50 тысяч рублей. На четвертое место попала модель от марки Mountfeld. При таком же размере, как и у других машинок, грузится белье здесь поменьше – 6,5 кг. Панель управления наверху симпатичная, но несложная. Разобраться можно достаточно быстро. Всего тебе на выбор будет предложено 16 программ. Среди них уже знакомые и традиционные режимы для хлопка и синтетики, детской одежды, джинсов. Есть быстрая стирка на 45 минут и очень быстрая на 15 минут. Из особых режимов можно отметить стирку в воде с температурой 20 градусов Цельсия и очистку барабана. Ты можешь ввести удобные для тебя параметры один раз, сохранить их и затем использовать нажатием буквально одной кнопки. Если белья в барабане на 3 кг и более, то после окончания цикла стирки он повернется дверцами вверх, и ты сможешь беспрепятственно достать отстиранные вещи. В целом модель удобна и эффективна, не обладает большим количеством высоких технологий, поэтому запутаться в настройках и управлении не получится. Обойдется она примерно в 45 тысяч рублей. Пятое место достается модели от марки Midea. Практически при таких же средних размерах немного отличается дизайном панели управления. Черный цвет дисплея прекрасно контрастирует с основным белым цветом. Поворотный селектор захватывает обе зоны, и черную, и белую.
Компактный дисплей находится справа и выводит свой минимум полезной информации. Под ним есть ряд кнопочек с дополнительными опциями. Белья в себя машинка вмещает на 7 кг. Для эффективной стирки предлагает использовать 15 программ. Большинство из них будут нам с тобой уже известны. Это различные деликатные и быстрые режимы, программа для хлопка, синтетики и шерсти. Есть гипоаллергенный режим, когда моющее средство тщательно выводится из ткани при помощи дополнительного полоскания. Есть отдельный режим для очистки барабана. Он, кстати, имеет механизм автопарковки. Это когда в конце цикла он становится дверцами вверх для удобной выемки белья. Обойдется эта модель примерно в 43 тысячи рублей. На шестое место рейтинга становится модель от марки WiseGov. Загрузить в себя позволяет 7,5 кг белья. Не самая дорогая в нашем с тобой рейтинге машинка, но при этом обладает эффективным и надежным инверторным двигателем. Барабан при отжиме может разгоняться до 1200 оборотов в минуту и имеет систему автопозиционирования, то есть после окончания цикла стирки дверцы будут вверху. Выбирать режим предстоит из 16 штук. Есть стирка спортивных вещей, а также в холодной воде, два варианта быстрой на 15 и 45 минут, а также стирка детских вещей дополнительным полосканием для надежного вывода моющего средства. Дизайн панели управления нельзя назвать сверхсложным. Разобраться с ней ты сможешь буквально за пару минут. Поворотный селектор слева выбирает программы, компактный дисплей справа будет показывать время, и выбранные программы, а кнопочки опций помогут установить дополнительный функционал. Тихий режим можно использовать ночью. Инвертор шумит чуть меньше традиционных двигателей, плюс отключаются все звуковые уведомления. Обойдется эта модель примерно в 36 тысяч рублей. Ну и завершает мой рейтинг самая доступная модель и по совместительству самая простая – Slavda WS80PET. Это машинка активаторного типа, белье в которую также загружается сверху в количестве примерно до 8 кг. Панель управления сконцентрирована в верхней части корпуса и состоит буквально из трех поворотных селекторов. Первый отвечает за выбор времени стирки, второй за режим, третий устанавливает таймер отжима. Режимов стирки здесь предусмотрено всего два – это обычная и деликатная. А еще центральный регулятор переключается в третье положение для слива воды. Отделений у этой модели два. Левая предназначена для стирки, а правая для отжима. Собственно, ничего в этой машинке больше нет. Корпус полностью пластиковый и переносить легко. Не требуется подключение к центральному водоснабжению, поэтому можно использовать в местах без него. Управление простейшее, цена относительно невысокая. Обойдется примерно в 13 тысяч рублей. Если ты нашел модель себе по душе, то обязательно загляни в описание. Там есть все ссылки и промокод для тебя. Подпишись на канал «Правильный выбор» и поддержи меня своим лайком и комментарием. А сейчас я с тобой прощаюсь и жду в следующем выпуске.